Здравствуйте, с вами Юлия Будеть. И сегодня говорим о том, чем запомнилась уходящая неделя. После прошедших переговоров политпредставители Кишинева и Тирасполя, похоже, что сепаратистский режим передумал и все же решил прибегнуть к ответным мерам на введенные пошлины для приднестровских компаний. Тирасполь заявил об отмене льгот для фермеров из Дубасар, владеющих угодьями вдоль трассы Тирасполь-Каменка. Конституционные власти считают это решение незаконным. Подробнее разбираем в выпуске. Обещанные молдавским фермерам 4000 тонн дизельного топлива, бесплатно предоставленного Румынии, скоро дойдут до адресатов. Однако, как говорят аграрии, возникает новая трудность, поскольку им придется самостоятельно доставить его в свои районы. До этого власти подолгу изыскивали хранилище для переданной помощи. Совместная операция молдавских и французских прокуроров. Правоохранители провели обыски на нескольких объектах недвижимости, принадлежащих беглому олигарху Владимиру Плохотнюку и его семье. Речь идет о двух виллах во Франции и одной квартире. Подробности через несколько минут. Доверенное лицо Владимира Андронаки, фигурант дела о банковском хищении Анатолий Блонский, который до недавнего времени находился в международном розыске и в начале января добровольно сдался молдавским властям, на этой неделе был освобожден из-под стражи под поручительство трех человек. Такое решение принял столичный суд сектора Буюканы. Постановление огласил судья, который ранее отпустил из-под домашнего ареста под поручительство экс-депутата Владимира Андронаки. В случае Блонского сумма залога составила 12 тысяч лев, то есть примерно 600 евро, в то время как самого Блонского обвиняют в хищении 600 тысяч евро. Фигурант дела о банковском мошенничестве Анатолий Блонский, который в начале января вернулся в Молдову и сдался властям, на этой неделе был освобожден под гарантией трех человек. Сам Блонский общаться с журналистами не стал. Прокурор, ведущий это дело, считает, что теперь ситуация усложнилась, поскольку существует риск, что Блонский попытается уйти от уголовного преследования. Конечно, если мы раньше выступали за применение меры пресечения в виде предварительного ареста в отношении обвиняемого, и она была удовлетворена судом, конечно, есть риск уклонения. Суд не изучил эти риски, наверное, они были исключены, и причины мне неизвестны. Поручителями Блонского выступают три человека. Это его сосед, предприниматель Александр Гроза, предприниматель Игорь Ешану и настоятель монастыря в Хорешть. Каждый из поручателей передал по 4000 лев суду в виде гарантий. Иными словами, поручители должны обеспечить присутствие Блонского на каждом судебном заседании и тот факт, что он не станет оказывать давление на свидетелей. В случае, если Блонский в суд не явится, переданные деньги отойдут государству. Поручитель не несет ответственности за действия, совершенные другими лицами. Максимум он рискует своей репутацией, возможно, административной санкции. Это необходимо проверить. Именно поэтому важно, чтобы гарант был надежным и имел хорошую репутацию. Блонский находился в международном розыске с апреля 2022 года. Его обвиняют в том, что в 2014 году с помощью различных преступных схем ему удалось получить от Банка Деэкономии порядка 600 тысяч евро, которые он вывел через офшорные счета. В марте 2023 антикоррупционная прокуратура направила уголовное дело в отношении Блонского в суд. Сразу после задержания на государственной границе в начале января его отправили в 13-ю тюрьму. Если вина Блонского будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Анатолия Блонского считают доверенным лицом Владимира Андронаки. Ранее бывший демократ заявлял, что никаких общих дел с Блонским у него не было. Обыски на зарубежных виллах Плохотнюка. Молдавские и французские прокуроры провели совместные обыски во владениях ближайшего родственника беглого политика Владимира Плохотнюка. Об этом стало известно на этой неделе, ну а сами обыски проводились ранее. Как рассказали в антикоррупционной прокуратуре, правоохранители обыскали две виллы и одну квартиру. В последней проживал человек из окружения беглого олигарха. Тот, предположительно, хранил в квартире 92 тысячи евро и 3 тысячи швейцарских франков. Подробности выясняли наши корреспонденты. Во французском городе Сье была обнаружена квартира, где находился близкий родственник Владимира Плохотнюка – вилла. В этом же городе, на берегу Лимана, вилла находится в процессе реконструкции. Другая вилла – близ Монблана в Альпах. Ее площадь порядка 500 квадратных метров.
Во французской резиденции, где проводились обыски, также была выявлена крупная сумма денег. Проживающий там человек не смог подтвердить происхождение этих средств. Были обнаружены 92 тысячи евро и 3 тысячи франков. В настоящее время мы с французскими коллегами сотрудничаем, чтобы установить происхождение этих средств. По данным антикоррупционной прокуратуры, это имущество было зарегистрировано на компании как во Франции, так и на Кипре. Все три объекта недвижимости находятся под секвестром с прошлого года. Стоимость оценивается более чем в 110 миллионов лев. В то же время в ходе следственных действий были заслушаны несколько человек, которые оказывали услуги Владимиру Плохотнюку. В сентябре 2023 года антикоррупционная прокуратура заявила, что вилла Плохотнюка в Швейцарии также арестована, а прокуроры полагают, что как минимум часть семьи Плохотнюка проживает на швейцарских берегах Женевского озера. Любые транзакции с этой виллой на территории Швейцарии были заблокированы. Это решение может быть опротестовано в вышестоящих инстанциях Швейцарии. Скорее всего, там проживают некоторые члены семьи Плохотнюка. Из материалов уголовного дела следует, что в период 2013-2016 годов в виллу в Женеве было инвестировано 12 миллионов франков. По данным кадастрового реестра Швейцарии, дом имеет площадь около 450 квадратных метров, а земельный участок – более 5000 квадратных метров, включая участок озера Лиман. По делу о банковском мошенничестве Плохотнюка обвиняют в создании руководстве преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. По версии прокуратуры, эпизод против него относится к периоду с 2013 по 2015 годы, когда Плохотнюк должен был получить на свои счета более 39 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро, которые представляли собой банковские кредиты, полученные обманным путем от трех коммерческих банков. В рамках уголовного дела был наложен секвестр на активы Плохотнюка стоимостью более 1 миллиарда лев. Бывшему лидеру демократов грозит до 15 лет тюремного заключения. Обвинение считает, что он является основным бенефициаром банковского мошенничества. Плохотнюк отрицает свою причастность. Тема недели – отношения двух берегов. После первых в этом году переговоров политпредставителя Кишинева и Тирасполя по приднестровскому вопросу позиция центральных властей осталась неизменной. Таможенный кодекс применяется на всей территории Молдовы, поэтому на уступки для экономических агентов Левобережья никто не пойдет. Однако власти пояснили, что часть средств с таможенных пошлин от приднестровских предпринимателей возвращается жителям Левобережья, которые получают различные услуги на правом берегу в виде стипендий, пенсий и иных льгот. При этом экономические агенты из Приднестровского региона по-прежнему освобождены от уплаты НДС и акцизов. Необоснованная, с нашей точки зрения, бурная реакция Тирасполя на попытки уравновесить функционирование экономических агентов на обоих берегах Днестра рискует затронуть в негативном ключе школьников и учителей 8 образовательных учреждений с преподаванием на румынском языке, которые ни в коем случае не подлежат вовлечению в политические диспуты. Встреча политпредставителей в переговорном процессе прошла в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе. В очередной раз вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян подчеркнул, что поиск компромисса по интересующим стороны вопросам не должен отбрасывать тень на функционирование местных школ с преподаванием на румынском языке. А представители Тирасполя, в свою очередь, подчеркнули, что введение таможенных пошлин с 1 января текущего года застало их врасплох. Никто с молдавской стороны даже не намекнул, что могут быть какие-то сложности или трудности. И вот буквально с 1 января наши экономические агенты все в Приднестровье столкнулись с требованием оплаты налогов в форме таможенной пошлины. Это и импортные, и экспортные пошлины. Это двойное, по сути, налогообложение. Уже после переговора вице-премьер по реинтеграции выступил с пояснениями, выразив уверенность, что Тирасполь не станет в качестве ответных мер на введенные пошлины повышать цену на электроэнергию для 8 школ региона с преподаванием на румынском языке. Правда, уже тогда были опасения, что непризнанные власти Левобережья все же попытаются обложить налогами молдавских фермеров, владеющих землей на территории, контролируемой Тирасполем. Был аннулирован налог за проведение таможенных процедур, которые предприниматели Левобережья платили, начиная с августа прошлого года. Этот налог был отменен в соответствии с новым налоговым кодексом. И были введены равные таможенные пошлины для предпринимателей с обоих берегов Днестра. Если бы мы посчитали эти пошлины за 2023 год в соответствии с новыми правилами, мы бы пришли к сумме в 100-120 миллионов лев. А если бы мы пересчитали их в соответствии с таможенными процедурами, то мы бы имели 60-70 миллионов лев, то есть разница в 50 миллионов. Это 2-3 миллиона долларов, а не те суммы, которые мы видели в прессе.
Тем не менее, приднестровская сторона продолжила настаивать на том, что Кишинев поставил регион в тяжелейшие экономические условия, ну а это ни к чему хорошему вопросу разрешения конфликта не приведет. По мнению политолога, бывшего посла Молдовы в России Анатолия Церану, с момента создания переговорного формата 5+2 именно Россия диктовала сторонам свои правила игры. В этой системе Молдове отводилась роль, цитата, «мальчика для битья». Однако после февраля 22 года, когда Россия начала войну в Украине, произошли существенные изменения не в пользу Кремля. И в этом году могут последовать значительные перемены. Ну вот, введение в действие нового таможенного кодекса – это один из первых шагов, который… Покорной экономической реинтеграции? Ну, постепенной экономической интеграции, да. Конечно же, Приднестровье будет сопротивляться, я сейчас говорю о режиме, будет сопротивляться, но опять-таки набор средств сопротивления крайне ограничен. В Кишиневе также поспешили пояснить, таможенные пошлины не применяют при импорте или экспорте товаров из стран или в те государства, с которыми у Молдовы действует договор о свободной торговле. Похоже, что Тираспольская администрация все же пошла на ответные меры после введения таможенных пошлин для приднестровских предпринимателей. А именно, власти Левобережья решили ввести пошлины для фермеров, участки которых находятся в Дубасарском районе. Это серьезно встревожило Кишинев. Бюро по реинтеграции назвали данные действия незаконными. Сразу после встречи с властями Кишинева, прошедшей 16 января, представители Левобережья обещали, что не будут вводить дополнительные ограничения для молдавских фермеров, владеющих землей в Приднестровском регионе. Однако позже Тираспольская администрация все же отменила льготы для фермеров, участки которых находятся в Дубасарском районе, как ответные действия на введенные Кишиневым пошлины. Проектом закона предлагается исключить возможность применения специальной таможенной процедуры и неполного таможенного декларирования к товарам, перемещаемым землепользователями земельных участков сельскохозяйственного назначения в Дубасарском районе. Социально-экономическими последствиями принятия настоящего законопроекта будут являться единообразный подход к обложению товаров таможенными пошлинами и увеличение поступлений в республиканский бюджет, сообщается на сайте так называемого Верховного Совета. В этом есть, к сожалению, присущая национализму тупость, когда они не понимают, что можно чего-то добиться путем диалога и компромисса. Они никогда не работали в нормальном режиме, только когда их заставляли. Вот тогда они были готовы идти на переговоры. Им кажется, что они нас схватили за горло, но такое уже было. Так уже им казалось неоднократно, и в итоге мы сами знаем, что стратегически ничего не менялось. Кишинев немедленно потребовал отменить данное решение, назвав его незаконным. Мы были уверены, что послание Кишинева было услышано и понято. Политический представитель в переговорном процессе по приднестровскому регулированию от Тирасполя был повторно уведомлен в письменной форме сразу после появления данной информации с просьбой прояснить позицию по данному вопросу в ближайшее время. Кишинев призывает Тирасполь отказаться от любых ограничительных действий, которые препятствуют свободному доступу на сельскохозяйственные земли в Дубасарском районе, расположенной после трассы Тирасполь-Каменка, действие которое приведет только к усилению напряженности между двумя берегами. Протесты в Приднестровском регионе продолжились и на этой неделе. Граждане выражали недовольство в связи с изменениями в таможенный кодекс. Требуем от руководства Молдовы, давайте говорить по-человечески, давайте решать вопросы в рамках действующих международных норм, давайте не лишать людей труда, возможности работать, зарабатывать себе на жизнь. Напомним, новый виток напряжения между Кишиневым и Тирасполем последовал за введением нового таможенного кодекса. При этом с начала войны в Украине правый берег Днестра остается единственной тропинкой для товаров, экспортируемых и импортируемых из Приднестровского региона. А это означает, что конституционные власти могут отслеживать всю торговлю компаний на территории, контролируемой сепаратистским режимом. Недавно, отвечая на вопросы журналистов, глава российского МИДа Сергей Лавров вновь отметил, что именно внешнее влияние помешало урегулировать приднестровский вопрос еще 20 лет назад. Говорит, что там что-то не отражено так, как хочет Евросоюз. А договор между Тирасполем и Кишиневым ни с Евросоюзом, ни в какой степени. Вот, то есть 20 лет назад приднестровская проблема могла бы быть урегулирована. Точно так же, как 7 лет назад. Украинская проблема могла бы быть урегулирована, если были выполнены Минские договоры. Но Запад не позволил.
По информации правительства, на данный момент 15 экономических агентов из коммун Кочьерь, Маловато-Но, Кошница и Дородская Дубасарского района хранят на зернохранилищах, расположенных за трассой Тирасполь-Каменка, около 960 тонн кукурузы, 776 тонн подсолнечника, 766 тонн пшеницы и 50 тонн ячменя. Уже на следующей неделе ожидается, что центральные власти отправятся в Дубасарский район с рабочим визитом. В продолжении темы наши журналисты обратили внимание на интересный факт. В прошлом году Приднестровский регион экспортировал в Европейский Союз порядка 70% от общего объема продукции, поставляемой за рубеж. По крайней мере, такие данные приводит Бюро по реинтеграции. А в случае ввоза товаров почти половина была закуплена в странах европейского пространства. Основными партнерами приднестровских компаний являются такие страны, как Румыния, Польша, Германия, Словакия и Болгария. Кишинев обращает внимание на то, что Приднестровский регион пользуется благами соглашения об ассоциации, подписанного между Европейским Союзом и Молдовой. В таких условиях Запад является спасительным кругом для экономики сепаратистского региона, учитывая, что после начала войны России в Украине Киев перекрыл границу с районами, подконтрольными пророссийским властям из Тирасполя. Однако война также прикрыла и многочисленные случаи контрабанды. И в таких условиях Кишинев может отслеживать все коммерческие операции на левом берегу Днестра. Обещанные молдавским фермерам 4000 тонн дизельного топлива, переданного Румынии в виде гуманитарной помощи, могут наконец-то дойти до сельхозпроизводителей. Решение о предоставлении дизеля правительство Румынии подписало еще в июле прошлого года. Однако все это время Молдова пыталась найти место для хранения выделенной помощи. Но на этом трудности не закончились. Теперь аграрии негодуют, как доставить дизель на свои угодья, поскольку хранится оно будет в Каушанах. И получается, что некоторым производителям придется проехать до хранилища сотни километров. Постановлением правительства был выделен 1 000 000 лев, чтобы покрыть расходы. Надеюсь, до конца января агентство материальных резервов получит румынское топливо. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве изучило порядка 1400 заявок от фермеров, которые культивируют зерно. На каждый гектар будут выделены около 40 тонн топлива. Аграрии надеются, что помощь в виде дизеля все же дойдет до них, и это не будет сплошным обещанием. Конечно, в этой сложной ситуации, когда у некоторых коллег вообще нет денег на дизель, а впереди полевые работы, мы должны обрабатывать удобрениями зерно. У первой группы начинается подготовка к весенним посевным работам, хотя бы такую помощь. Но и тут появились сложности, поскольку топливо доставляется посредством некой компании, ну а многим фермерам придется преодолеть сотни километров до хранилища и забрать свое топливо за свой счет. Неясно. Сказали, что будет храниться в Каушанах. А как будут распределять? Фермерам придется платить за доставку. Самое интересное, что одному из Кагула придется проехать 200 километров, чтобы забрать тонну дизеля, сначала потратив при этом 300 литров. Министерство сельского хозяйства запросило в правительстве выделить дополнительно 50 миллионов леев для 400 фермеров, которые культивируют кукурузу. Деньги будут направлены на возмещение ущерба от засухи прошлого года. Еще 13 аграриев, пострадавших от ливней и града прошлого лета, также получат денежную помощь. Напомним, решение о предоставлении молдавским фермерам 4000 тонн дизельного топлива правительство Румынии подписало еще в июле 2023 года. Однако одной из основных проблем было в том, что у государства попросту не было места для хранения этого топлива. Прервали отпуск и собрались на внеочередное заседание, но присутствовали не все. Депутаты явились на пленум в минувший четверг, чтобы рассмотреть несколько вопросов. Не обошлось без полемик, правда, продлились они на сей раз недолго. Коммунисты и социалисты покинули заседание в самом начале в знак протеста. Что же происходило на внеочередном заседании законодательного органа, узнавали наши корреспонденты. Внеочередное заседание было созвано 18 января по требованию председателя парламента Игоря Гроссу. Изначально на пленуме предстали 82 депутата. Однако потом БКС заявила о намерении покинуть заседание в знак протеста. Люди ждут решения от власти, а мы тут видим внеочередные сессии для вида, что, мол, нужно разобраться с президентскими выборами, с референдумами, с прокуратурой. В сложившейся ситуации в знак протеста блок коммунистов и социалистов бойкотирует. И это заседание спасибо. Ша часто шединцы. Мерси.
Да сейчас мои винит. Да сейчас мои винит. Салариус у вас везу. Ну, я зик се вестя саларию дязан гыд. Скузац, пентру аша урари. Да. Кыты не сэм цири, се вий ту, шы се плеч, нищ, ну, и доведицын калзэш скауну макар. БКС выразил недовольство в связи с проектами, внесенными в повестку. Касалось это не только поправок в кодекс о выборах, но и процедуры избрания генерального прокурора, проект, который отозвали из повестки. Мы не видим ничего из того, чтобы затрагивало интересы Молдовы. Люди получили огромные счета, в том числе за транзитные сети. Фонд социальной помощи сократился с 5 миллиардов до 800 миллионов лев. Разгневало социалистов и то, что Конституционный суд решил не утверждать депутатский мандат Светланы Попы. После ухода оппозиции народные избранники от большинства пересмотрели законодательную инициативу, предусматривающую внесение изменений в кодекс о выборах и закон о политических партиях. Этому предшествовало получение заключения от президента Майи Санду. Ранее президент не промульгировала поправки, касающиеся даты проведения выборов президента Республики Молдова. Глава государства попросила повторно рассмотреть законопроект, отметив, что для предсказуемости избирательного процесса, организации проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов дата должна быть назначена не ранее, чем за 90 дней до выборов. Также президент рекомендовала принять текст конституционной нормы относительно срока организации выборов президента. Проект поправок в кодекс о выборах и закон о политических партиях был утвержден парламентом в конце осенней сессии. С другой стороны, в ассоциации «Промолекс» назвали проведение внеочередного заседания необоснованным. Только один проект рассматривался в приоритетном режиме, однако остается неясным момент предоставления данного режима, поскольку в первых двух чтениях проект закона не рассматривался в приоритетном режиме. Речь идет о проекте, зарегистрированном депутатами от ПДС и направленном на повторное рассмотрение главы государства о поправках в кодекс о выборах и закон о политических партиях. Говорится в распространенном пресс-релизе ассоциации «Промолекс». Эксперты также добавили, что прозрачность принятия решений пострадала на 60% из-за того, что не были запрошены, не были предоставлены или обнародованы некоторые документы, связанные с проектами. Стоит отметить, что всего в течение прошлого года парламент собирался на две очередные, одну внеочередную сессию. За год законотворцы приняли 39 законов для гармонизации национального законодательства в соответствии с законодательством Европейского Союза. Также были денонсированы 20 соглашений с СНГ. Это были новости минувших дней. Такими их запечатлели корреспонденты нашего телеканала. Оставайтесь вместе с ТВ8, чтобы не пропустить все самое интересное. Всего доброго и берегите себя.